Омлет – самый распространенный вариант для завтрака на скорую руку. Сегодня расскажу, как приготовить диетический омлет. Вкусно, полезно и готовится легко. Берите рецепт на заметку. Научившись готовить такой омлет, вы всегда будете обеспечены низкокалорийным и вкусным завтраком. Такое блюдо не только полезно, омлет получается питательный и хорошо насыщает, подойдет и для взрослых, и для детского стола. Если будете готовить для детей, то просто исключите перец из ингредиентов. Подавать омлет можно самостоятельно или с любыми свежими овощами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Яйца перемешайте венчиком или при помощи вилки. Добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Перемешайте все еще раз. Жду ваших лайков и комментариев. Разлейте яичную массу по силиконовым формочкам для приготовления кексов. Готовьте омлет на пару в течение 5 минут. Я готовлю в мультиварке, но подойдет и любая обычная пароварка. Диетический омлет готов, аккуратно извлеките его из формочек, переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Яйцо – 2 штуки. Молоко – 50 мл. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Количество порций – 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем добра, заходите еще.